микро. Гамаруса. Крючок. Марусега. Номер 6. Без пленки сверху. Носик. Сиреневая лосановая нить. Хвостик, оранжевая органза, ниточки очень тоненькие, поэтому берем не три, как обычно. А чуть побольше, 4. Формируем не слишком толстое тело. Основной цвет будет тред оливье. Такой вот. Закрываемся черную монтажку. Ну и заодно как бы доформировываем тело. Монтажка очень тонкая. Поэтому вот слой сделал с более толстой нитки черной. Униярн грин оливы. Ножки будут наши. Отрезаем по сантиметрику, перегибаем на нитке, подводим к низу и крепим. Крепим хорошо одной и с другой стороны. Закрепили. Крепим следующую пару. Перегибаем, подтягиваем, прикрепляем. Следим, чтобы четко по низу они проходили у нас.
Следующий сантиметрик. Перегибаем. Подтягиваем. Хорошо прикрепляем. Чтобы Харюс его не выдрал. Ну, еще одну. Еще один сантиметрик. Перегибаем. Подтягиваем к низу. И хорошо прокрепляем. Эти вот все волосинки надо убрать, иначе когда мы начнем покрывать лаком, они будут все торчать, внешний вид мушки очень сильно испортится. Так, ну что делаем теперь? Как бы наискосок так вот. Режем, расщепляем наши ножки, маленько подчесываем, как бы распушаем их. Ну и все. Покрываем сверху UF-лаком. Аккуратно, чтобы не промочить наши ноги. Даем маленько впитаться этому делу. Головка будет Fire Orange. Она же и точка атаки. Ну вот у нас
впиталось это дело все. Подсушиваем. Ну и хакал перо гризли. Рис. Вот такой вот гамарусик. Хотя, это может я думаю, что это гамарус. Что там себе думает Харрис, я не знаю. Вполне возможно. Какое-нибудь другое насекомое такое же есть. Потому что для гамаруса сильно маленький крючок. А на большем крючке почему-то он не работает. Так что не уверен, что Хариус думает, что это гамарус. Вот такая вот муха.